момента. Значит, по-вашему, кто здесь не даже? То есть сегодня судебным решением можно констатировать, что данный дом считается законным. Так получается? Многоквартирный высотный дом. Да. Надо судьям делать выездные заседания судебные, понимаете? То есть прямо вот здесь, на месте. Потому что в противном случае судья по каким-то причинам не видит, что на самом деле происходит. И выносит вроде как очные, а на самом деле какие-то заочные судебные решения, потому что они никак не отвечают реальности. А реальность, она страшная. Знаете, у вас схема, вот Сочи, это открыватель схем. Или наоборот, старые забытые схемы несут ответственность в целом за архитектурный...